давай, шарик. Лопайся, да, все. Ну-ка. Да! Да, он Пеннивайз! Он стал Пеннивайзом, смотри! Ух, жесть! Очень трясутся. Эгегей, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, и мы с вами сегодня посмотрим на Dead Park, потому что он обновился. Давайте поглядим, что нового. Так, новая игра, наверное, да, новую игру давайте запустим. Так, сложность головок легко, норма, можно призрака, давай призрака вообще выберем, вот, и пойдем, короче, посмотрим, что у нас здесь новенького, что добавили в игру, в общем, так. Пока все по-прежнему. Разработчики обещают добавить новые концовки. Обещают добавить еще что-то. Я не знаю. Сейчас будем смотреть. Так. Окей. У нас все по-прежнему. Ачивки вроде бы они добавили. Да, вот ачивочки. Так, окей. Ой, сестреночка. Так, так, здесь что у нас? Здесь так. Проверьте в ее. Проверьте сестру в ее. Ух-ух-ух, я появился на доске, смотри, Funny Games TV, отлично, спасибо. Так, давайте зайдем в магазинчик, допустим, посмотрим, что здесь разное, можно скин Пеннивайза получить. А, зачем я вышел, подожди, не, зайди в магазин. Разное, что здесь у нас тут всякие аптечки мы можем купить за 50 рублей, радар за 15 рублей, офигеть. Так, ну патроны, понятно, собственно, ружье. 27, 80 патронов оружия, то же самое, вроде бы нового ничего, но и здесь ничего, окей, ладно. Так, поехали, мы можем красться. Так, что здесь у нас? Никаких новых, вроде бы у нас тут секретиков нету. Время у нас 25 минут 6. Да, окей, да, блин, ну мне классно, смотри, Funny Games TV появился на доске почета, так скажем, да, почета всех ютуберов, которые... Так, Лиза, я здесь пройти не могу. Комнатка у нее заперта. Так, смотрите, комнату родителей. Ну, это понятно. Так, здесь у нас что? Чарли, присмотри за Лилей. Меня срочно вызвали. Окей, это мы все знаем с вами. Окей, так, давай дальше посмотрим. Ух ты, смотри, опять достижение. Я просто открыл шкаф в поисках Нарнии. Шкафчик открыл, и в поисках Нарнии мне дали ачивочку. Да, видимо, ачивки... Ачивки добавились все-таки. Так, у нас 12.11.89 надо ввести, вернее, код. Так, 12.11.89. Окей, и мы сейчас с вами должны вроде бы как забрать наш револьвер, да. Окей, залетает шар, надо посмотреть, обновилась ли какая-нибудь анимация у самого клоуна, мне интересно. Так, доберитесь до красного шарика, окей, сейчас доберемся, мы сначала сохранимся. Вот, и пойдем, значит, смотреть, что шарик нам предложит. А шарик нам предложит, как всегда, переместиться в другое измерение. Твоя мать больше не вернется! Блин, какой же клоун бешеный, а? Так, все, у нас двери здесь открылись, а вниз пока спуститься не можем, но можем зайти к сестре. И вот он, клоун, собственно. Чарли, похоже, ты научился перемещаться между мирами. Да. В любом случае, тебе это не поможет. Твоя сестра больше никогда не проснется. Я похитил ее разум. Скоро уничтожу ее навсегда. Ну, вроде бы то же самое все, ребята. Да, вроде бы то же самое. Мне просто интересно, почему все у сестры в комнате? Не протянет. Ага. Даже не пытайся мне помешать, щенок. Скоро увидимся. Обязательно, бро, обязательно. Смотри, твое специальное предложение купить 75 рублей, то есть на 60%. Адреналин постоянно медленно восстанавливает здоровье. Радар, вау, смотри, можно за 75 рубасиков купить и скин Пеннивайза, ребят, прикинь. Скин Пеннивайза, давайте, наверное, купим, давайте я быстренько сейчас куплю. Так, спасибо за покупку, говорит, отлично, нужно выбираться из дома. Ну-ка, давай теперь зайдем, во, сменить. Ох-ох-ох, он теперь Пеннивайзом стал, серьезно, жесть. И у меня теперь какой-то, смотри, адреналин и радар появился. Во, давай посмотрим, как действует радар все-таки. Так, откройте защелку, но это я открыл, да, все, я захожу в комнату и... О, ой, жесть, а я не помню, это была? Ты была, мартышка, нет? Жесть, ты посмотри.
Ты убил моего брата, я убью твою сестру, а потом убью тебя. Ну да, все то же вроде бы самое. Жесть какая-то. Так, давай откроем. Так, окей, здесь у нас, значит, журнал, ой, вернее, дневник Лили, она здесь пишет прямо с ошибками, там, не снится, не тся, не, короче, а с ошибками пишет. Так, давай, опять в поисках Нарнии. Я уже хочу выйти на улицу быстрее и посмотреть, как работает радар, ребят. Так, открылись, все, отлично, у нас мы все освободили, все открыли, найдите способ спуститься. Должны до шарика теперь мы прикоснуться, вот, переместимся опять в этот мир и пошли. А, заперто, я понял. Ладно, пошли сюда тогда. Так, ну Лили у нас лежит, все, короче, ей плохо, надо ей лекарства, это все понятно как бы. Вот, ну вот, вот он, эта обезьяна. Так, умри нафиг. А, нет, ее убить нельзя. Ладно, окей, мы теперь должны с вами вернуться, не вернуться, а спуститься вниз. Давай посмотрим дом, что в доме там. Ну, вроде бы там тоже ничего, мне кажется, в доме не изменилось. Опять новое достижение. Что, один дома? Да, реально ачивочки. Смотри, сколько ачивок я уже собираю. Это до этого я играл. Так, меня срочно вызвали. Да, это отец наш тут пишет, это все понятно. Так, пошли посмотрим здесь. Что-то радио мы не можем включить, телевизор, видимо, тоже... Так, а здесь что у нас? Мне вот интересно, если я призрак, меня может клоун поймать или нет, а? Ребят, как вы думаете, сможет он меня поймать? О, новое достижение! Опять новое достижение! Сходил по-большому! Да, я постоял. А, по-большому, тут по-другому, серьезно. Не, мне тогда некогда. Я думал просто постоять, но по-большому сейчас я не хочу ходить. Так, окей, там что-то есть, тут покушать. О, опять новое достижение, смотри, обжора. Открыл холодильник и новое достижение получил. Так, фонарик заберем. Отлично, подобрали фонарик, ебой. И идем дальше, нам теперь надо спускаться сюда, видимо, да? Заперто. О май гад. А, шарик сейчас прилетит, да. Сейчас опять нам нужно будет другое измерение перейти и... Так, подпишись на нас, получи 10 патронов к пистолету за каждую соцсеть. Не, спасибо, спасибо. Мне, в принципе, и так хватает патронов. Так, сохранимся давайте быстренько и побежим уже дальше. Так, что здесь? Что здесь? Сейчас мы с вами станем в другом мире, да, и походу будем спускаться в подвал. Ох ты, опять новое достижение, смотри. Не боюсь темноты, да, это точно, это про меня. Но на самом деле я боюсь, конечно, темноты, но вот этот мальчик, он просто, просто молодец, надо отдать ему должное. Я не знаю, сколько ему лет, но судя по его росту, ему, блин, ну лет так, я не знаю, 10 где-то, тире 12 может быть. А он уже с пистолета, с автомата, с дробашом против монстров тут ходит и валит направо и налево. Вот вы бы так смогли, ребята, это жесть же, это просто жесть. Маленький мальчуган просто уничтожает монстров, так. Здесь что-то... А, аптечка, ага. Ух ты, подобрал шестигранник. Ну да, мы находились, все правильно. Шестигранник нам сейчас поможет открыть решетку. Ладно, мы поднимаемся наверх. И... Ой. Такое так, новое достижение какое-то. Опять, смотри. Не дом, а особняк, это точно. Так, дверь кабинета закрыта. Нужно найти другой путь. Сейчас найдем, сейчас все найдем. Так, вот здесь, если я не ошибаюсь, у нас... Так, тут у нас патрончики. Можем забрать? Да, отлично. И вот тут мы должны открутить все это. Открутить и открутить. А, откручивай. Откручивай, отлично. Все, мы в кабинете отца. Нам надо будет решить здесь головоломку какую-то. Так, что, шарик, наверное, я не буду пока включать? Или уже можно включить? Даже не знаю. Ну, давай сначала попробуем решить головоломку. Так, что у нас здесь? Здесь у нас пятнашки. Как обычно... А, даже не пятнашки здесь у нас, бро. У нас здесь не пятнашки. У нас здесь, видишь, что? У нас непонятно, что здесь. Ага, плюс... Чего? 7. А, здесь каждый раз разные, смотри, да? Так, вот, 6. Ага, 6 собрал. Дальше что здесь у нас? Блин, даже не знаю. Это что такое? 2 или 1? Так, ну это вот так, да, это точно вот так, это вот так. Так, это вот так, 2. А это пятерочка, наверное, да, у нас будет? Так, ну давай, так, давай... А, вот это я правильно, что ли, сделал? Нет, это я неправильно сделал, видимо. Так. Чего? Это что за цифра такая? А, 4, наверное, да, точняк.
Точняк. 4. 7, 6, 2, 4, ребят. Собрали с вами пятнашки. 7, 6, 2, 4. Отлично. Ну все, теперь шарик активируем. Перемещаемся в наш, собственно, мир. Вот. И должны вести 7, 6, 2, 4. Я вроде запомнил. Так, давай здесь. Так, да, тут написал рапорт на увольнение, наш отец написал. Так, 7, 6, 2, 4, да? 7, 6, ой, не-не-не. 7, 6, 2, 4, ну-ка. Да, ебой, все подошло. Так, и у нас ключик от... Подобрал ключ от входной двери, все. То есть ключ мы забрали у отца. Так, сохраняемся и теперь бежим назад. И у нас, я уже хочу увидеть просто этого клоуна. Вот, он должен стать Пеннивайзом на... Так, ага, дверь также по-прежнему у нас заперта. Ну да ладно, мы с вами, в принципе, я думаю, сейчас... Так, тут тоже заперто. Интересно, что здесь за комнаты? Ага, серьезно, нам опять надо взять шарик. Жесть. Ладно, окей, я понял. Так, ну, нам теперь... А теперь, когда мы в этом измерении... Нет, тоже дверь не открывается, вот же жестко. Так, а вот эта дверь... И эта дверь не... Все равно нам через подвал надо идти, блин. Вот не хочется вообще. Вообще не хочется идти через подвал. Потому что подвал страшный, подвал стрёмный, блин. И тут темно, сыро, темно и сыро. Так, а там что? Окно. Так, ну ладно, давай и бежим тогда назад. И ждем, когда появится Пеннивайз. Блин, это будет жестко. Это будет жестко. Давай посмотрим. Где он? Так, он пока не появляется, смотри. Я, наверное, должен шарик... А, да, сейчас шарик лопнет. Да, он лопнул. Смотри. Пеннивайз. Я не понял, это Пеннивайз или не Пеннивайз? Подожди, он меня сможет поймать или нет? Где ты? Давай его найдем. Я же вроде призрак. Подожди, а где он? А где клоун? Эй, клоун! А, вот он. А почему ты не... Или это Пеннивайз? Ну-ка, подожди. Так, скин Пеннивайза. Подчас? Нет. А, он меня не может... Подожди, а почему не меняется? Он тот же самый или что? Я не понимаю. Смотри. Я могу прям близко к нему подойти. А, жесть! Он меня не ловит! Ха-ха, я потому что в режиме призыва... А куда ты пошел, Алло, я здесь, Алёша! Ха-ха-ха, пошел вниз. Вот почему мне скинчик не меняется? Алло, стандартный скин, смотри, скин Пеннивайза. Вот он должен быть. Правильно же? Вот. Вот такой он должен быть, этот клоун. Но почему-то он не меняется, ребятки. Я не знаю почему. Может, я что-то неправильно делаю? Напишите в комментариях. Ну вот он обычный. Жесть, да? Жесть. Близко я так еще к нему. Что у него за одежда какая-то разноцветная? Из двух каких-то лоскутов сшита у него. Одежда его, какая-то пижама или что? Нафига? Четыре глаза. Четыре глаза у него, бро. А, непонятно, короче, непонятно. Так, подожди, а если мне, допустим, перезайти в игру? Вот, ну-ка, подожди, как же все-таки сменить? Так, сейчас стандарт... вот, подожди, скин Пеннивайза сейчас стоит, правильно? Наверное, да. Если мне выйти из игры, допустим, да? Так, загрузить игру. Давай загрузим дом, автосохранение. Так, автосохранение, 12.05. Ну да, ну давай вот, да, вот это автосохранение выберем. Сейчас вроде у меня Пеннивайз выбран, правильно? Правильно. Так, ну все, ага, я вот тут у отца... Все, мне надо назад вернуться. По сути, я все уже разрешил, все задачки, все. По идее, должно быть так. Сейчас посмотрим, будет ли Пеннивайз. Как это работает? Ну-ка, еще раз. Так, сменить скин. Скин Пеннивайза сейчас, да? Стандартный скин. Нет, скин Пеннивайза, вот, все. Я так понимаю, что сейчас у меня активирован скин Пеннивайза. Сейчас посмотрим. Давай, шарик, лопайся, да, все. Ну-ка. Да, он Пеннивайз. Он стал Пеннивайзом, смотри. Ух, жесть, ребят. Жесть, посмотри. Реально Пеннивайз, клоун, здорово. Ну что, клоун, ничего не можешь мне сделать, да?
побежал, блин, жесткий, мы-ка вошли под фонарем на него. Да я не могу пройти, дай мне пройти, место, Пеннивайз. Давай, ну-ка, взглянуть на тебя, пусть он постоит. Смотри, жесть, реально это он, Пеннивайз. Офигенно. Так, ну что, ребят, я думаю, что мы на этом, наверное, закончим. Дальше смысла проходить, наверное, я не вижу. Если я какие-то обновления вам не озвучу, вот, ну, насколько я знаю, что вроде бы только вот ачивки добавили там, вроде бы как еще будут добавлять что-то, ну, не знаю, правда, что, вроде бы как концовки другие. Вот, если я что-то упустил из виду, напишите мне, пожалуйста, если вы хотите продолжение, чтобы я дальше по локациям пробежался, посмотрел, что будет дальше, вот, то пишите в комментариях, и я, пожалуй, исполню все ваши желания. Ну, а с вами был Максим, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока!